все получается, когда есть энергия и настроение. О дискомфорте в животе не может быть и речи. Перекус должен быть питательным, но легким. Вот оно, мое спасение. Новое «Активия» высокобелковое. Молоко, закваска и пробиотик сквашивается прямо в баночке. Так получается сверхгустой йогурт с высоким содержанием белка. Питательно, комфортно и легко. Новая «Активия» термостатная высокобелковая.